Привет, дорогой зритель! Это современные правила этикета. Если вы идете со своим другом к банкомату, то в момент набора пин-кода вашим товарищам вам следует экстренно чем-нибудь заинтересоваться и дать понять, что вы абсолютно не увлечены пин-кодом его карточки. Займитесь собой, не стоит терять времени. Воспользуйтесь этой паузой с пользой. Я все. Если ваш товарищ уронил телефон, то вы обязаны всем своим видом показать, как вы опечалены этой ситуацией. Его потеря будет невосполнима для нас. Но лишь до того момента, когда он проверит свой экран. Ну что ты тут драму развел? Это же Android. Его 200 рублей стоит починить. Если ты взял флаер у промоутера, считается хорошим тоном пронести листовку как можно дальше. Тем самым вы проявите к нему уважение и избавите его от вопросов нанимателя. Приличный бюджетник никогда не говорит вслух о стипендии при контрактнике. Если вам дали в руки телефон, то постарайтесь удержаться и не пролистать втихаря парочку фотографий, иначе вы можете попасть в неловкую ситуацию. Вы играете с огнем, молодой человек. Академическая группа должна нести ответственность за каждого человека своего коллектива. Но это не касается старост. Ребят, может быть вместе, а? Ну, пешочком прогуляемся. Здоровее будем. Все-таки одна группа. Я вас на потоковой лекции отмечу, а? Увидимся на субботнике, староста. Если вы часто переписываетесь, то наверняка сталкивались с тем, что ваш сосед норовит подглядеть, что и кому вы пишете. Как поступать в такой ситуации? Не показывайте, что вы это заметили. Достаточно лишь отвернуть телефон на 30 градусов. Ваш товарищ оценит этот тонкий жест. И тем самым вы сохраните дружбу и скроете, что вы переписываетесь с его бывшей. Это были современные правила этикета. Надеюсь, они помогут тебе избежать трудных ситуаций. Привет! У стен есть две функции. Быть красивыми и чтобы ты не выпадал из дома. У нас есть только одна функция. Чтобы ты весело хохотал. Дуэт «Громкие рыбы», телеканал «Универ Смотри». Подписывайся на Ютубе, заходи ВКонтакте или смотри следующее видео. Не или, а смотри.